Приветствую всех зрителей и подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Forza Motorsport на канале. Так, давай мы, короче, сразу не будем надолго затягивать. У нас, блин, осталась одна гонка. Одна гонка в классе MX5. И дальше мы перейдем уже на немецких соперников. Посмотрим, там выберем тачечку и покатаем тоже. Так. Погнали. И у нас сложная трасса, блин. Так, смотри, а мы можем еще и улучшить машинку, да? У нас ускорение улучшилось, скорость. Ну, собственно, и все. Ладно, хорошо. Так, сколько у нас кругов? У нас 5 кругов тренировочных. И Вирджиния. Блин, она узкая. Хрен поймешь, как по ней ехать, обгонять и так далее и тому подобное. Пока что мы на первом месте, но чувствую, что после этой гонки мы на первом не будем. Финальный поворот Гранд-Ок после быстрой обратной прямой петляет среди холмов. Используйте все платно трассы, чтобы поддерживать максимальную скорость. Но это все фигня. Тут хрен ты, блин, чудно поддерживаешь. Так. Топливо шины. 15 кругов он нам дает. Нам, естественно, столько не надо. Мы сделаем 25%. Это то, с чем мы поедем в гонке. Начинаем практику, прокатимся. Помнить надо немного трассу, блин. Хоть немножко ее хотя бы знать. Вот, ну вот здесь стартовать. Каким-нибудь. Последним, не последним, даже в середине. Это смерти подобно. Ну ты тут хрен об где Блин, капец, ее тут вообще уносит куда-то. Непонятно эту машину. Я хрен его знаю. Мне кажется, ее надо прижимать здесь.
Да бесполезно, короче, я не улучшусь нифига. Видишь, что делается? Две секунды я уже играю. Я, блин, на 22-м месте. А все, просрал. Блядь, шел нормально круг. И круг я этот просрал. Так, ну блин, что, 22-й, ну и значит буду 22-м стартовать, ничего не поделать. Можно, конечно, попробовать все-таки выложиться и круг сделать, но... Да не буду, таким приеду, таким приеду. Так, давай мы переходим к гонке. Блин, 22-й это почти последний. 13-м. Ну, я тебе говорю, я сейчас просру, и хрен знает, на каком месте я окажусь. Но я буду 22-м. Я, блин, на тренировке сделал 22-й, значит, поедем 22-м. Так, здесь у меня на 7 кругов, все окей. Переходим к гонке. Поехали, поехали. Понял, да? Хуяк! В тебя, блядь, приехал. Вообще, там ты на что ты идешь на обгон? Да срать он на это, блядь, хотел. Он видит тебя, он едет в тебя, блядь. Ёб твою мать.
Нахуй. Ладно, а вы нечестно играете, я нечестно играю. Едем пятым. Ну ты представь, мне 22 дебила надо обогнать, которые просто тупо едут в тебя. Они видят что-то сбоку, да? И такой, на нахуй. Сори за мат. Ну, у меня просто это, блин, знаешь, мне прям это раздражает конкретно, блин. Он видит, что я сбоку, и я бабам. Так, сын звонил там. Денег ему надо было перевести на карту в магазине, не хватило. На покупку. Смотри, у нас по мощности самый мощный, блин, автомобиль 489 по силе. Он там, видишь, всех 471, 469, 472. У кого-то он вообще 449, понял? О, у чувака такая же проблема, как у меня. Держака нету, блин. Смотри, они неплохо едут. Что уж говорить. Просто они, блин, они едут стабильно. У них не заносит тачку. Так как тут много поворотов, а моя тачка совершенно нестабильна. От этого и вся беда. Давай сзади назад, давай.
общем, машина под эту трассу вообще не настроена. Так же, как и я, наверное. Просто писец, она вообще прям никак. Ой, она никуда не влазит, она нигде не вписывается, ее везде выносит, блин. Давай будем так, задача удержаться. На третьем месте. Нет, короче, херовая идея, даже на третьем удержаться не смогу. По-моему, четвертая нас откидывает. Ну, видишь, что с ней, блядь? Короче, Вирджиния, блядь, все, это самая нелюбимая моя трасса. Прикинь, на последнем кругу просто взяли все и обогнали. Ну,
Блин, даже здесь, я думал, может сейчас за счет мощности вылез. Ладно, у меня что получается, блин. Ой. Но у меня лучший круг, понимаешь, у меня темп-то есть. Даже темп у меня был на этой трассе, и ну ладно, что теперь? А нет, смотри. Нам 19 очков дали, да? Я сохранил первое место, получается. Так, тюнинг-пакет дали. Ну и 35 тысяч кредитов. Хорошо. Следующая серия. Так, ну а следующая серия — немецкие соперники. А тут у меня... А, здесь все закончено. Здесь я все завершил. Вот. Есть, конечно, легендарные маслокары, но я думаю, что мы потом начнем. Маслокары, Фоксбади. Блин, тоже интересно. Смотри, поникары какие-то тут. Испытания C8. Вот это, наверное... О, так это этот. Как его, блядь? Короче, ты понял, что я хотел сказать. Шевроле. Погнали на немецкие тачки, блин. Ну, BMW брать не будем точно, на BMW уже катались. Великое противостояние немецких гигантов автоспорта началось еще в цехах и продолжается в магазинах и на трассе. Оно привело к созданию... трех инновационных спортивных седанов: BMW M3 и его легендарная управляемость, Audi S4 с культовым полным приводом и мощный Mercedes-Benz AMG класса C. Эти автомобили почти равны по силе. Победа достанется опытному гонщику, который сумеет удачно модернизировать один из них. А чё, какой? C63 дают Мерс или чё? Мне он, кстати, не особо нравится. C32 AMG-шка. Я Mercedes беру 100%. Так, поэтому... Ну, как бы, чё, мы на бэхе катались. Audi, блин, S4, я не хочу Audi. Audi не хочу брать. Она полноприводная, да? Или как, блин, где тут это написано? Ну-ка, сведения. Так, Audi у нас полноприводная. Ну, а это заднеприводные. Блин, а можешь полноприводную взять? Может, тогда все-таки Audi? Давай Audi возьмем. Блин, хочется Mercedes. Хочется там Mercedes. Куда ты вышел? Алло. Блин. Да давай Mercedes, фиг с ним, пострадаем немножко, ничего страшного. Сколько она стоит? Какой бы нам бы цвет был взять? Ну, блин, синий точно я не хочу Mercedes. Черный я тоже не хочу. Давай белый Mercedes возьмем. Стоимость машины 83, да фу, блин, да легко. Так, ну сейчас мы фиг что сделаем, да? У нас же пока очков никаких нету. А нет, можем, что-то у нас 300 было. Даже 350.
По-хорошему, конечно, тачки надо тут, блин, прям прокачивать, чтобы нормально ездить. Ну ладно, мы-то с тобой что, карьеру проходим? Чисто проходим и проходим помаленьку, потихоньку. Typically known for its year-round great weather, most of Kyalami's rainfall happens during the warmer months, so weather conditions will be monitored closely. Что-то какие-то просадки после патча, блин, появились. На 5 кругов мы возьмем 25%. Так, ну что, давай, начинаем практику. Посмотрим на машинку. Что нам эта машинка? Так, подожди, что-то... А мне знаешь, что не нравится? Я как-то сильно близко сижу, нет? Бля, не едет она нифига. Надо привыкать прям к машине. А, поменялась обратная связь у руля обратно. Стало тяжелее какая-то такая. Прям как будто бы... Типа машина прям весит дофига. Немножко непривычен звук, пока не могу понять, где вот этот пик на оборотах, чтобы переключаться. Блин, третья у нее очень длинная. Смотри, смотрите, как идет. Ну, здесь под горку просто, ну ладно. Ёб твою мать! Ладно, здесь мой косяк. Я почему-то думал, поместится. А она не поместилась. Ну, она такая же корова, как и этот. Как и BMW. Нет, первую мы здесь включать не будем. Будем на второй проходить. Блин, ну раскручивает она ее очень долго, особенно третью. Сколько надо? 3 секунды надо скинуть. Сет скинул, называется.
Она, я не знаю, мне такое ощущение, что на каком-то грузовике едет, она не разгоняется ни хрена, она падает. Смотри, ну она не набирает. Почему я со временем 2.18 на 24 месте? Блин, да я иду хуже, чем прошлый круг, что ли? Ну, блин, выходит так. Причем на секунду хуже. Опять мимо, блядь, торможения. Ну, блин, вообще... Не-не-не. Какие времена здесь показывают соперники? Мы можем посмотреть? Не можем, да? Так, ну ладно. Так, ну чё, погнали гонку прокатим. Сколько там, блин, кругов? Восьмого места пойдем. Ну тут, мне кажется, чем дальше... тем больше надо прокачивать тачку. Все равно соперник едет с каждым разом лучше. Ну и все, 25 кругов на 7. Ой, 25% на 7 кругов пойдет. С 4 места тоже Мерсик у нас стартует. Окей, поехали. А первый, блин, BMW.
Ну ты видишь, да, я стараюсь ехать как бы аккуратно, я херней не занимаюсь, типа тут. Типа поврезался во всех, раскидал. Первый уходит. Извини, чувак, не заметил. Тебя там. Внутри. Да бля, хомуха засмотрелся. На сколько он уже? На 5 секунд ушел, офигеть. Блин, а это тут какой-то с обвесами херачит. Обойха, да? Причем, смотри, она Мерс-то не догоняет. Я не специально, бля, но он встает, если под меня, я что сделаю? Не дает обгонять. Ну, это за него улетел. Надо хотя бы в тройку входить, иначе потом вообще хрен кого догонишь.
первым, конечно, уже я не догоню. На 9 секунд он ушел, уже хрен его догонишь. Ну в тройку надо входить. Собака! Ну давай, 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 блин, поехали! Блин, есть еще круг. Первый, смотри, как улетел на 13 секунд. Ну, блин, он прокачан, скорее всего. Ладно, мы Мерседес это тоже прокачаем. Ну и подпривыкнуть, естественно, мне нужно к нему, блин. Именно переключением. Плохо я его слышал. А смотреть на тахометр, ну, во-первых, я не могу, потому что монитор у меня 49 дюймов. Это приходится тогда
смотреть, но ты тогда не видишь дорогу. Поэтому только по звуку могу переключить. Но у меня темп лучше, чем у Мерса. Или кто там, Бэха идет впереди меня. Потому как, когда никто не мешает, в принципе, я его догоняю. И лучше круг у меня на секунду, да, получается лучше. Поэтому, да, можно было бы и первым приходить. Ну ладно. 3 очка разницы, в принципе, я думаю, что... мы сможем нагнать. BMW M3 у него. Понятно. На M3 мы уже катались. Ну тут как обычно. Диски, ширина, состав шин, стабилизаторы, пружины, топливо. Маховик. Трансмиссия. Блин, смотри, дофига всего дают. Дифференциал. Попробуем потом настроить автомобиль. Нюрбургринг. Следующая трасса, блин, тоже. Пасмурно еще и влажно к там. Пока делаем автомодернизацию. Ускорение 3.6, скорость 5.4. Управляемость не изменилась, торможение 2.4 поменялось и не добавилась мощность с 483 до 495. Так, ну и давай, наверное, на этом закончим этот ролик. Поставим продолжить. Ну, тут тренировка должна начаться. Ну, а мы уже в следующий раз потренируемся. И прокатим Нюрбургринг. Вот. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.